танцуете? Вы в деревне? Претензии есть? Самый честный проект танцевальной деревни, все его участники. Очень здорово, невероятный прилив энергии, какое-то вдохновение безумного. Руководители замечательные, они дают, ну, силы, и вообще это большая проверка для самих себя. Смотрим на другие коллективы, пашем целую неделю. Да. Понимаем, что надо работать. Да. Да. Нам надо очень много работать, еще раз работать.
график отличный, сначала тяжеловато, но на третий день уже все вливаются, просто вот замечательно себя чувствуют и физически, и морально. Вот. Все, что дают педагоги, это классно. То, что даже знаешь, открываешь буквально в новых ипостасях, так сказать. И чего не хватает? Ну, не хватает, чтобы попасть на все мастер-классы одновременно. Хочется вот на все попадать, потому что настолько крутые мастер-классы, особенно вот сегодня. И разорваться хочется, в общем. Для себя открыли Чистополь как великий, классный город. Мы очень рады, что благодаря тому, что этот фестиваль проходит в городе Чистополь, в нашем городе танцевальное искусство будет развиваться, и связи между коллективами нашей большой страны будут только крепнуть, и держаться все будем вместе. Все, что касается Чистополя, как географического центра Республики Татарстан, мы сегодня очень серьезно думаем над развитием туризма. Мы сочиняем, пытаемся организовать на достойном уровне хорошие брендовые мероприятия, чтобы было хорошо и комфортно и нашим чистопольцам, и гостям, которые с каждым годом поток гостей увеличивается в наш город, но и самое главное всем творческим людям, которые посещают наш уникальный, богатый историко-культурным наследием город. В нашем городе очень много талантливых людей, и мы хотим, чтобы такие же талантливые люди к нам приезжали, увидели нас, узнали нас и полюбили нас. Сгруппируемся так, чтобы было всем слышно. Договорились, как на своем будет проседание?
очень радует, что очень много детей занимаются хореографией, и родители всячески способствуют этому. И приятно видеть детей с горящими глазами, которые каждый раз приезжают на различные фестивали или конкурсы, которые хотят продолжать танцевать. И хореография и танец — это такая болезнь, от которой невозможно вылечиться, к счастью, наверное. И нужно всегда понимать, что на детях нужно акцентироваться, и что как раз-таки дети — это наше будущее, и благодаря им растет культурный уровень нашей страны. И радует, что родители, которые отдают детей на танцы, возможно, это понимают, а если не понимают, то интуитивно чувствуют, что тем самым они оккультуривают нашу прекрасную страну и способствуют тому, что их дети будут не просто красивыми и подтянутыми, а тому, что их голова, их культурные ценности формируются именно в том русле, в котором хотелось бы. Александр Могилев, специально для танцевального Клондайка.